Zenless Zone Zero тизер теперь у нас. Янаги все-таки продолжают они рандомить абсолютно видосами. Ничего не успокоилось. Все как обычно. Но в любом случае, окей, вышел еще видос. И довольно, кстати. Ну, окей, они всегда довольно приличные по размеру. Что покажут в этот раз? Так, я не включил звук, что ли? Да. Фаяр. Военная экипировка. Это сока какой-то нашли, видимо. Типа она раньше была в именно солдатской, видимо, части. Деревня и... いるからこそ戦争は繰り返されるのです。断ち切れない呪いのように。黙れ、逃げん。この者は父と兄を幼き妹を戦地に亡くして、それは互いの咎であると。あなたの、そして私の咎です。私たちが 阻止すべきでした。 Почему они вообще изначально вместе с нами воевали? これを食べていい。そうか。離れろ。ねえねえねえねえ、この人美味しいものいっぱいくれたよ。そうか、みんなで食べたい。美味しい。硬いからちゃんと噛まないとダメよ。人間に放たされおって。みんな下がれ。しかし下がれ。Прочь。 Видимо, типа они против порядка какого-нибудь восстали, что-то им не понравилось в официальной линии. Ну и типа на их подавление солдат прислали. さよ、父亡き今、すべて我の一座。ただ皆が無事であれば。やはり和平の鍵はあなたでしたね。だが今更どうやって互いを許す。希望はあります。きっかけさえあれば。 信じてくれないのか。我が命を託すのはそなたの選択を信じるがゆえ。ああ、なんか。二つの血をその身に称え。これは？生きよ。我に代わって成し遂げろ。これ以上の血は。 流させるな。反乱軍と共謀した鬼を撃ったか。月城、大手柄だ。彼らはただ新エリートの市民となることを望んでいます。どうか私にお任せください。いや、 тут про смешение крови что-то было. И видите, да, типа запах остался. То есть
Возможно, это не фигура речи, я вот к чему. Типа, ну, как будто какой-то ритуал реально проводится. Кровь, видите, заливается. Просто интересно, как это, ну, чисто технически сделано. Ну ладно. Не, это Яри. Ну, ей, тизер интересный, несомненно. Немножко напоминает, как сцени сделали, да, типа рафляны и демо, и потом драматический МВ-шку. Здесь тизер. Не настолько, конечно, хорошо там во всем лучше было. Но то, что как минимум это было интересно, это точно. По крайней мере, понятнее путь, скажем так. Ну да, я согласен с тем, что дизайн у него был лучше. Единственное, что в самой игре очки выглядят не так хорошо, как иногда можно показать вот в таких трейлерах. Поэтому все же их стоит снимать. Или добавлять анимацию на их снимание. Ну да, не, понятно, здесь же нету рас настоящих, это все какие-то эти, как называются, искажения эфирные расы. Но в любом случае, да, вот что вот такая вот поселение было. Ну, опять же, видимо, что-то там были недовольны, восстали, их перебили. То есть, в принципе, изначально она пришла, ну, по сути, как военные убивать их по-простому. То есть ее, ну, пленили как врага. Да. Но опять же, зная, как история строится, вряд ли это найдет серьезное отражение в самой истории персонажа. Может быть, я, конечно, буду неправ. Было бы, конечно, хорошо, но, опять же, пока сейчас слабо верится, что это как-то реализуется полноценно в самой истории. Дай боже, пару отсылок вкинут. Но это, по крайней мере, да, делает персонажа хотя бы чуть менее плоским, чем он был до этого. Это точно. Хотя бы какая-то предыстория интересная есть. Хоть нынешняя, скажем так, версия не сильно интересная. Они вроде же... Ну, они по сути киборги, или как это назвать, я не знаю правильно. Вот, ну и да, и понятно, что Сококу забыла в секторе. Видимо, она типа устала от солдатской жизни, тоже перешла в сектор. Конец записи.